важно, когда лично меняешься мнениями, узнали очень много интересного, поделились и обсудили очень много важных тем, я думаю, в наших отношениях. Есть очень много тем, особенно в последнее время, которые являются темами неразногласия, есть также общие какие-то моменты. И эти встречи были очень интересны, реально. И я думаю, что такие контакты очень важны, особенно между теми людьми, которые работают над этими вопросами для дальнейшего урегулирования этих вопросов. Так что я думаю, что в этот процесс должны подтечь как можно много молодых экспертов разных сфер и так далее.